Добрый день, дорогие мыловары и посетители сайта mylo.com.ua. Сегодня вашему вниманию предоставляем распаковку очередной посылки весом 2 килограмма. Итак, распаковываем. Самое первое, что мы видим, это наш прайс, наши все покупочки с учетом скидок за распаковки и с учетом скидок за неоднократные покупочки на этом чудесном сайте. Так, основу нашей посылочки составляет вот такая прозрачная основа, полкилограмма, производства Англии, Великобритании, точнее сказать. Итак, сода пищевая, которая нам пригодится для приготовления как зубных паст своего производства, так и для сухих дезодорантов. Так, второе, также мы заказали белорусскую натуральную основу, недорого и практично, применяется очень чудесно. Так, вот такая интересная у нас прислали жидкую основу для мыла, вот таком судочке. У нас вес тут 200 мл, очень интересно, забавно. Так, следующее у нас основа для шампуня, производства Англия, 100 мл. Так, ставим ее здесь. Так, следующее это основа для кондиционера, вот в таком у нас она в твердом виде. Будем греть, скорее всего, в микроволновке ее. Так. И следующее это у нас гималайская соль. Будем делать скрабы. Как для лица, так и для всего тела. Так. Еще одна основа для шампуня 100 мл. Производство Англия. Будем делать два разных шампуня, поэтому нам надо две основы. Так, следующее. Соль Мертвого моря, 50 грамм, вот у нас две пачечки, то есть 100 грамм, эротик, розового цвета, с вкусным запахом. Так, следующее у нас бисер для ванны, вот он такой, интересный, на настоящий похож, с ароматом вишенки. Так. Что тут у нас еще есть? Гидролат шалфея, который мы будем для протирки лица применять. Так, ставим его тут в углу. Так, облепиховое масло нерафинированное, 50 мл. Сделаем скраб для лица, будем делать. Масло касторовое. Будем также делать маски для лица, пытаться. Да. Так, гидролат алоэ, протирка для лица, будет очень у нас смягчать кожу и успокаивать. Масло шиповника 50 мл для приготовления шампуней. Производство у нас Германия. Так, итак. Два лота у нас осталось. Это очень такая удобная основа. В руке ложится. И написано handmade на ней. И мерная ложечка объемом 5 мл. Вот такая. До этого мы купили специальную приспособление. Так, все, наша посылочка пустая. Заказывайте материалы для работы на сайте mylo.com.ua, и за заказ свыше 150 гривен вы получаете бесплатную доставочку.